А вот я представляю, что мне там будет смотреть это 1 000 000 человек, и все у меня в голове все это. Наверное, я правда зря позвонила. Почему-то не могу говорить. Не знаю. Не, хорошо, вы просто выбросьте из головы, кто-то будет смотреть. Вы перед Богом, и мы с вами разговариваем. Мы же говорим не для вреда, для пользы дела. Мы же даже не знаем, что. Да нет, я уже даже не боюсь, а просто, ну, не, может быть, время надо, сейчас, секунду. Так вы не одни такие. Здоровые, крепкие мужики точно так же ломаются. А я не хочу, я не хочу, я выключаю его, до свидания. Вычеркнул, черный список и ушел. Что ломается-то? Одна моя жизнь, одна. Я должен из каждой минуты взять полезное. И в каждом человеке что-то есть то, что полезно для других. Я слушаю вас. Ну, ладно, я сейчас начну, а там уже, может быть, все и вспомню. Ну, хотела переехать. Конечно, это не сразу. Если бы такая возможность была, я бы просто к этому стремилась. Ну, вот и вопрос такой, приняли бы меня и как-то бы хотя бы могли бы подсобить мне информацией. Где живете? В Казахстане. А проезд свободный? Нет, ну сейчас, конечно, ничего свободного, по-моему, нету. Так вам надо гражданство получить. Так понятно. Так для чего мне гражданство получать? Мне надо знать, что там мне не выгонят, что там можно какой-нибудь... Ну, проблема в том, что надо будет, может быть, дом какой-то в рассрочку, потому что купить я его не смогу. Вот. Или снимать, есть ли такое, чтобы снимать, чтобы где-то какое-то первое какой, время. А какой возраст детей? Детсадовские есть и по старшей школе. 4. Значит, одна девочка 4 года, 2 девочки 3 года. И одна девочка ходит в 3-й класс. Ну, 8 лет. Угу. Ну как, вот если вообще, бы я... может, у вас школа есть? Я учитель английского языка. Ну, как бы вот, может быть, как-то с этим. А вы когда... Ну, мне самое главное, чтобы приехать. Вы так-то приехать не можете, оставить детей, чтобы приехать, посмотреть, и вас бы узнали. А, вот так вот, вот я тоже не знаю, как насчет... А, ну оставить их не на кого, только с ними. А оставить их не на кого. Понимаете, тут еще одно. Вы большие средства потратите. И поэтому, может быть, зря. Тут как я даже не знаю, как правильно сделать. А что, ну, надо, чтобы с людьми встретиться? Есть возможность, если я приеду туда... Ой, простите, я вас перебила. Говорите. Можно, да? Да, конечно. Есть такая возможность, если я, допустим, вот приеду туда и где-то вот с детьми пожить, пускай я заплачу деньги, там, сказать, какая-то будет оплата, ну, чтобы вот такая вообще возможность есть. Никакой, у меня? Никакой там, платы, ничего не надо. Платы, о плате разговора даже у нас нету. Ну, человек должен сам себя обеспечить. Каждый сам себе строит дом. Но у меня в запасе есть небольшие домики, где может человек с вашими ребятишками вполне. Но женщина одна, это, не, это очень даже серьезно. Был бы хоть как мужик. Это дрова надо заготовить, уголь. А нет, подождите, дрова у вас не продаются, я здесь тоже все покупаю, мне все привозят, такого нет? Ну, можно, можно тут прям на месте купить, можно. Я же тоже в деревне живу и сама это покупаю, уголь, дрова. Я тоже недавно переехала, всему учусь, научилась вот огород садить, как бы, ну вот потихоньку всему. И ремонт дома научилась делать. Вам сколько лет? Потому что здесь даже за деньги не хотят мужчины работать. Вам сколько лет? Мне 40. Не понял. 40 лет. 40 лет, да. А кому обеспечить, вы... если я могу, как бы я могу переводу. Ваш интернет есть? Есть, но и как я разговариваю? Ну, да, я с вами разговариваю, да, это вообще глупый вопрос. Ну, просто дело в том, что я могу переводами заниматься онлайн. А какие? То есть обеспечить я себя смогу. А кому переводы делать? Сейчас машины переводят. А, нет, с английского на русский, с русского на английский. Ну, это переполнено этим, это не заработок. Тут я вряд ли думаю... Да, мне много не надо для жизни. Ну, вы не одни, у вас сколько ребятишек? Ребятишек сколько? Четверо? Вообще у меня 5, но один учится сейчас в городе, в колледже, на музыканта. Вот. Так а он еще, сколько ему лет? Ему 18, исполнилось. Я не понял, сколько лет? Что-то интернет затухает. Ему сколько лет?
Этому старшему сыну... Не поедет. Ничего не понятно. Я так и не понял, сколько лет. Что-то интернет не тянет. А у меня очень плохая связь. 18. 18? Я не понял. 18? Старшему 18 лет. Ага. Ну так. Вот он-то все-таки малее помогал. Он не поедет, да. А вы... Он, возможно, не поедет, даже его не будет. А он где находится? В России? Он где находится, сын? В России или там? Он где находится, сын-то? В России или где? Вам не слышно, что я говорю? А, написать, да, наверное? Я говорю, он находится где? В, в России или где? Он, алло, ой, говорю, он не помощник, он все, он свои, не, в Казахстане. Казахстан. В Казахстане. Я говорю, вы меня не слышите. Да не слышит, тут прерывает, ничего не слышно. Нет, нет. Прерывает, что-то плохо тянет. Интернет. Сейчас напишу, мы тоже не сюда. Ну, хоть маленько тянет. Да, да. Угу. Не знаю, еще даже ответить. Вы-то вообще одна, это угу. Неподходящая. Но не знаю. Устоите плохая вы. Плохая связь. Устоите вы или нет? Ой. Он не тянет, не тянет. Интернет не тянет. Ничего не слышно было. Были бы вы где-то рядом, ну тогда дело другое. Мне и крыша над головой нужна. Ну, да, крышу-то мы найдем. Связь плохая, да. А у вас какой доход? Да, самое главное, крыша. У вас доход какой? Вам обеспечить я сам. Это же надо вас тут как-то на учет ставить-то, чтобы дети-то обеспечены были. Сейчас, секундочку. Крыша. Нет, это я буду, смотрите как, слышно меня? Слышно? Да, слышу. Это мне по программе переселения буду подавать, чтобы гражданство быстрее сделать. И когда меня вызовут, то есть я укажу вашу как бы деревню, вот, и если меня вызовут, ну, можно так попробовать, больше, наверное, никак. Тогда гражданство, там, по-моему, очень быстро дается гражданство, и потом как многодетная, пока что я буду, кроме того, что работать еще ну, онлайн, по возможности, как многодетная, ну, как обычно, пособие стану, чтобы тоже какая-то копейка была. То есть я не люблю ни у кого на шее сидеть. А вы послушная или нет? Или упрямая? Я? Да. Я упрямая, ну, борюсь с собой. Я очень упрямая, но постоянно себя... Потому что у нас все в послушании делается. Даже поехать куда обязательно, да, у батюшки благословиться. И сказали туда не ходить, не ходи. Занимайся своим домом. То есть у нас строгая дисциплина. Но... Ну, я как бы, наверное, этого и хочу. Я говорю всем, что для воспитания детей... Я спасения не хочу. Для воспитания детей лучше... А если просто жить как хотеть, тогда я... Для воспитания детей лучше места не найдешь. Все верующие. И дети тут... В общем так, мы переговорили. Теперь, когда вы могли бы приехать в Россию?
Да, вот я и хочу. Я сейчас... Я хочу детей воспитать. Когда такая среда, я сама здесь развращаюсь. Я сейчас нахожусь в деревне до 10 октября. Вот если бы до этого времени... Наверное, мне... Вот когда я смогла бы приехать, надо подавать документы мне и узнать, как там меня... С документами на переселение. Наверное, это год будет. Ну, пока наверное. ничего делать не надо. Потому что в зиму я, наверное... Я пока делаю... Ничего делать не надо, двигаться. Мне же надо гражданство подать. Я просто узнаю этот вопрос. Если там не будет проблем с крышей... Угу. Интересно. Я тут переговорю с батюшкой, все, и тогда как они скажут, можем приехать или нет. Пока ничего нету, просто разговор состоялся. Потерялись. Да. Никогда не использую. Для воспитания, для воспитания детей лучшего после места не найдешь. 20... Значит, еще не слышу. Уедет до 10-го. Ладно, все пока, да. Пока сидите на месте, и вы дня через два позвоните мне снова. Через на третий день, ну через три дня позвоните. Через три дня.